Всем привет, меня зовут Никита, вы на канале Wolf Frozen Fire. Звезды на голливудских холмах встречаются всех цветов и размеров, но есть среди них и по-настоящему огромные. И в этом видео я расскажу вам о 10 самых высоких голливудских актерах. Ну что ж, давайте начнем. Номер 5. Брэд Гарретт. Рост составляет 2 метра 3 сантиметра. Брэд сделал успешную карьеру актера-комика благодаря отличному чувству юмора, а не размерам собственного тела. Однако рост все же помогал ему на первых порах. По крайней мере, зрители замечали, если не его шутки, то хотя бы его самого. В кино он в основном озвучивал разных персонажей и мелькал в эпизодах, вроде водопроводчика в Stuart Little 2. А вот на телевидении Брэд прописался куда как основательнее. В роли Роберта Бэрона в сериале «Все любят Раймонда» он снялся в 200 серий. Номер 4. Роберт Мэйлетт. Рост составляет 2 метра 13 сантиметров. Канадский рестлер и актер впервые вышел на ринг в Японии под псевдонимом «Гигантский Голиаф», а в кино дебютировал в 2006 году в фильме «300 спартанцев». Также на его счету роли в фильмах «Шерлок Холмс», «Война богов», «Бессмертный» и «Геракл». А в фильме «Тихоокеанский рубеж» ему доверили сыграть русского пилота с не очень русским именем Алексис. Можно сказать, что детская мечта Роберта осуществилась. Будучи очень высоким ребенком и комплексуя из-за этого, он мечтал стать взрослым и обзавестись творческой профессией. Номер 3. Ричард Килл. Рост составляет 2 метра 18 сантиметров. Ричард прославился в конце 70-х благодаря участию в двух фильмах «Бондианы», «Шпион, который меня любил» и «Лунный гонщик» в роли злодея по кличке Челюсти. Кличку свою, надо сказать, его персонаж отрабатывал знатно, один из эпизодов с его участием. А потом он упал в бассейн с акулой и загрыз ее, можно пересказать как анекдот. Также Ричард пробовался на роль Халка в сериале, однако продюсеры в итоге решили, что им нужен более мускулистый актер, а актер опроверг утверждение о том, что большие люди долго не живут. Ричард умер в 2014 году, не дожив 3 дня до 75-летия. Номер 2. Питер Мэйхью. Рост составляет 2 метра 21 сантиметр. Питер пришел на пробу к фильму 4 эпизода «Звездных войн» в 1976 году, после того, как сыграл Минотавра в фильме «Синдбад и Глаз тигра». Забавно, что роль Минотавра он получил без всяких проб. Продюсеры просто увидели его фото в одной из газет в статье о людях с огромными ногами. Когда Питер увидел эскизы к «Звездным войнам», на которых был изображен Чубакка, то решил попытать счастье. Все, что ему потребовалось, чтобы его утвердили на роль, это встать со стула, когда в зал вошли режиссер Джордж Лукас и продюсер Гарри Куртс. Номер 1. Мэттью МакГрори. Рост составляет 2 метра 29 сантиметров. Этого актера невозможно забыть, если вы видели его в фильме Тима Бертона «Большая рыба» или в сериале «Зачарованные». У него был не только гигантский рост, но и самый большой в мире размер ступни – 75 сантиметров. По воспоминаниям тех, кто с ним встречался, пугающее первое впечатление быстро проходило после начала разговора. Актер отличался крайне мягким характером. Увы, Мэттью скончался в 2005 году на 33-м году жизни от сердечной недостаточности. Ну а на этом все, ребят. Всем спасибо за просмотр и всем пока.